Дим, представься. Так, зовут Дмитрий. Я из Череповца, Вологодская область. Так, занимался, да, производством, в принципе, мебели, панелей. Покупали курсы у Саши еще до вашей, до Мебельза, наверное, это еще тогда он начинал их продавать. В принципе, так и начали заниматься мебелью. Единственное, что до интенсива только что все как бы делалось, ну, лично, можно сказать, своими силами. Все делали, как бы и мебель, и заказы искали, и немножко неправильно тоже была поставлена работа. То есть искали заказы, соответственно, брали заказы, начинали их делать. Пока делали, там, допустим, месяц, этот месяц не, больше никто ни заказов, ничего не искал. И, соответственно, вот эти провалы, они как бы, блин, подбешивали. То есть нестабильный заработок был, вот именно в мебельном. То есть вы набирали заказов, все загружали производство, и потом все не могли заказы принимать, только чисто на производстве жили. Да, да, именно так вот была налажена у нас работа. Ну, сейчас вот после интенсива единственное, что, да, пересмотрели все это самое, и, ну, в планах, что, да, брать людей, чтобы занимался каждый своим делом. Хватало времени для развития, чтобы были постоянный поток был, заказов надо, в принципе. Без вот этих скачков, сейчас есть, завтра нет. Угу. А вы сейчас в очередь начали ставить заказчиков? Да, сейчас есть, но вот некоторые стоят, но некоторые, вот, в принципе, тут два заказа, один по кровати был и один по дивану, что там просто нет вариантов ждать, он так вообще там говорит, за неделю сделаешь, не-не, за неделю не сделаю. Слушай, а вообще, то есть, тебя что вообще побудило в интенсив войти? Решить пойти на интенсив? Ну, во-первых, научиться. Вот эти вот знания, которые вы давали, в принципе, не знания, инструменты. Я вообще как бы, ну, обучаемый человек, и мне нравится как бы все что-то новое там находить. И как бы много было непонятного вот с этими соцсетями и так далее, с этими всеми таблицами. Ну и, в принципе, бренд, да, прикольно. Мы с Сашей до этого разговаривали, он говорил, что задеваются там мощная движуха, да. Вот, хочется поучаствовать в этой мощной движухе. Ну и как бы прикольно, бренд, так это всегда круто. Не просто продаешь что-то, а когда продаешь что-то известное, так это круче продавать. Вообще, в принципе, научился то, что хотел давно, но не доходили руки, это Pinterest освоить. Ничего себе. Вот, это, в принципе, да, это давно хотелось, но что-то там не понимал, что с этими делать, с этими пинами и так далее. Сейчас все это понятно, и все это делается, потихоньку выкладываю и свои, ну, как ты и говорил, в перемешку, там, свои местные, эти интересовские. Ну, так, и снова, в принципе, стали общаться, теперь знаем, кто как в лицо выглядит, что нормально познакомились, а так что-то я только с Сашей, да с Наташей только общались-то в основном, по телефону. Но это дает какую-то пользу, вот то, что ты с другими нашими учениками стал общаться, участниками интенсива, что-то вот какая-то польза для тебя это есть вообще? Да как нет, так я всегда за знакомство, они всегда в новых знакомствах есть польза, как без этого. Угу. Ясно. Расширять. Ладно, скажи, интенсив сложный был?
Я бы не сказал, что сложный. В принципе, нормальный интенсив, он не сложный. Блин, у нас просто совпало в такое время, что надо сдавать заказов. Тут поначалу мы вообще не справлялись, и все это делали там супер ночью уже, и с опозданием там жестким. Как бы. А так, нет, так нормально, я не против повторить. Ты увеличил точку А, у тебя было 70 тысяч, ты ставил, да? Сейчас, так, у тебя там что-то в два раза, по-моему, ты увеличил ее. Ну там, да, побольше получилось. В чем ключевой момент вообще был, вот, ну, вот результата? Не, у нас вообще получается, вот я как по этот самый вывод и вот делал со всего с интенсива, и вообще у нас идет больше всего заказы с контакта, и вот по идее, ну самое, мне кажется, ключевое это все равно звонить, ездить, даже не звонить, а у нас город маленький, у нас я что-то к такому выводу пришел, что надо просто тупо брать и ехать. Без всякого звонка, без встречи, всяких встреч. Да, то есть встретиться, объяснить, показать. Дизайнеры, ну дизайнеров у нас немного, я в принципе уже всех их знаю. Только много корпусной мебели. Корпусная мебель у нас тоже, в принципе, там, хотя у них небольшой чек идет, там 20, 25, 30 тысяч, там 15, вот такие вот эти всякие сидушки, но зато часто они. Теперь у тебя получилось вот за 21 день, который даже по сути меньше, чем месяц. То есть, ну просто вот, что изменилось в цифрах у тебя? Ну, цифра стала больше, там как бы видно, что в принципе у меня точка там 70 было указано, но это была такая 70 тысяч, я бы даже сказал, это была такая нестабильная цифра. То есть она когда была 70, а когда и не было 70, это я там поставил, что это, наверное, максимум, который вот мы по мебели, ну, такой более-менее... Не, было как бы время, когда и больше были доходы, времена, да, месяцы, может. Но я говорю, вот все было вот как бы таким вот нестабильным, то есть есть, набрал заказов, делаешь, вроде как есть доход. Потом вот этот провал, пока ищешь новые заказы, то есть ничего не делаешь, соответственно, дохода нет, и как бы... Я вообще не считаю заработок вот этот вот точка А, если он как бы нестабильный там, да, то есть если он сегодня есть, а завтра его нет, то это так, доработка, приработок. То есть это вот, а охота-то наладить, да, чтобы было... Поток все, постоянный, все, да? Поток постоянный, постоянно дорос, и в принципе сейчас более-менее знаем, что нужно делать. Ну а сейчас у тебя получается по деньгам, сколько ты чистыми вот за интенсив сделал? Ну еще не все заказы сданы, но уже 100, где-то 20-140, наверное. Угу, то есть ты считай почти там, в два раза ее. Да, подсчеты там не вели подсчет, но даже побольше будет, если сдать сейчас все заказы, вот там, буквально которые были даже взяты вот, в последние дни там, интенсива, если их тоже засчитать, то... Нет, так это круто, вы вообще, да, красавчики, нормально замутили штуку, нормально, нам понравилось, мы что-то с Сашкой, мы с женой как бы вместе, она тоже в теме, так, как только посмотрели вот этот видосик-то. Блин, сначала вообще, как бы, если честно, так думали, что не будем участвовать, потому что что-то тут была вообще запара, и не знали, как вот это все вывезем, а нормально все, в принципе. Ну, а... Не, кто соберется, так, в принципе, круто, нормально, мне понравилось, мы узнали много всего нового. Спасибо за информацию, спасибо за ответы. Вот, да, пожалуйста. Да,
компании. Ну, остаемся на связи, все, не прощаемся, поэтому давай. Вам спасибо, ребята, крутую штуку придумали, нормально. Я так всем советую, да. Там, ну, реально, кто хочет заняться так, мебелью. И курсы классные.